Добрый день, уважаемые читатели! Вы любите детективы? Тайны? Дуэли и погони? Это все есть в триллере «Миллион за теорему». Повесть Елены Липатовой – книга удивительная и ни на что не похожая. Она объединяет, казалось бы, несовместимые вещи – фантастику, опасные приключения и точную, строгую науку – математику. Действие книги происходит в городке Ньютоне в конце 19 века, где раз в 15 лет проводится математический турнир, участниками которого могут быть исключительно мальчики. Ну а как быть, если ты девочка, но чувствуешь в себе потенциал для победы и ни за что не простишь себе, если упустишь заветный шанс? Этим вопросом задается главная героиня Бекки Гриффин и, недолго думая, пускается в авантюру, надев на себя мужской костюм. Вместе с Бекки и ее друзьями читателю предстоит раскрыть тайны, избежать множества ловушек и даже решить порой нерешаемые задачи. На страницах этой повести есть все, что так нравится подросткам. Преследования и похищения, дуэли и квесты, дружба и любовь, а еще много-много математики. Но не бойтесь, решать сложные задачи вам не придется. За вас это сделают герои книги, а вот наблюдать за ходом их мысли, докапываться до истины вместе с ними, а может быть и раньше них, видеть, насколько красивыми могут быть математические решения и формулы, это очень здорово. Книга мотивирует на собственные достижения и влюбляет в математику даже тех, кто вчера еще ей не интересовался. А найти ее можно в детской библиотеке, на полках отдела отрочества. Приходите, мы вас ждем.